Ледовая переправа, буксир или теплоход, острова так или иначе оторваны от большой земли. Порой самые необходимые вещи, в том числе и лекарства, приходится доставать с трудом. Но жители Бревенника теперь могут заказывать медицинские препараты с доставкой на дом. Нововведение связано с временным отсутствием на острове аптечного пункта. Закупать и доставлять медикаменты жителям Бревенника будут специалисты Архангельского комплексного центра социального обслуживания. Если у гражданина доходы превышают полуторакратную величину установленного прожиточного минимума, то в этом случае услуга для гражданина платная. И стоимость ее 75 рублей 90 копеек. В других случаях бесплатно социальные работники эту услугу оказывают. Если услуга будет пользоваться большим спросом у островитян, для ее оказания привлекут дополнительных сотрудников. Подробную информацию о заказе лекарств жители могут узнать в фельдшерско-акушерском пункте, в магазине или на почте Бревенника.